«Лукойл» приступил к забивке водоотделяющих колонн на месторождении Филановского в Каспийском море. Это последний этап перед началом бурения скважин. Колонны забиваются в морское дно на глубину 120 метров. Всего их будет 13 по количеству запланированных скважин. Они необходимы для укрепления стенок и обеспечения безопасности при начале работ на платформе. Напомню, месторождение имени Филановского находится в 220 километрах от Астрахани. По данным «Лукойла», целевая добыча там составит 6 миллионов тонн в год.